Галина Григорьевна. Уважаемые руководители, представители средств массовой информации, в четверг, 5 октября, в 15 часов, в зале заседания городского совета депутатов состоится первая сессия Назаровского городского совета депутатов 5-го созыва. Предполагается рассмотреть организационные вопросы, избрание председателя городского совета, избрание заместителя председателя и исполнение, возложение исполнения обязанностей главы города. Также 5 октября в 17 часов у меня, как у депутата 4-го созыва, заканчивается срок полномочий у руководителя администрации города Виталия Федоровича Палкина и у председателя контрольно-счетной палаты Дмитрия Леонидовича. Ну вот, от себя лично хочу поблагодарить всех за совместную работу. С кем-то мы работали дольше, с кем-то мы работали меньше. За время работы у нас с вами были разные ситуации. Если кого-то видела, прошу извинения. Я всем вам от души желаю здоровья, благополучия, успешной работы, ну и всего самого хорошего. Спасибо. Да, действительно, контракт заканчивается. У меня удовлетворение от работы есть, потому что все задачи, которые были поставлены, ну, в принципе, выполнялись. Город 2,5 года жил без всяких аварий, всяких катаклизмов. Поэтому это благодаря вашей работе совместной. То есть я всех сидящих за этим столом благодарю за совместную работу, за понимание, что все проблемы, которые у нас были, а у нас их было очень много, мы решали сообща, поэтому администрация города — это здоровая команда, в которой работают специалисты, профессиональные, поэтому мне очень было приятно с вами работать. Действительно, если кого-то я ненароком обидел, простите меня. Всем хорошей работы дальнейшей, чтобы, я думаю, что все у нашей команды, у нашей администрации будет в дальнейшем хорошо. Спасибо всем.